Доброго дня! Очередной выпуск нашей замечательной программы, и мы решили посвятить его сложной, казалось бы, очень даже сложной теме – конфликты. Какие они бывают, как ими управлять, нужно ли это делать, и вообще существуют ли какие-то правила проведения этого конфликта и выведения его в нужное нам русло. Здесь нам наверняка поможет и медицина. Твой, Алина, гость наверняка умеет справляться с конфликтами. Конечно, потому что это врач, невролог, и он расскажет, почему же некоторые люди бывают такие нервные. Замечательно. Ну а вкусная шкатулка нам способна что-то по теме конфликта сказать? Конечно же, обязательно. Я сегодня покажу блюдо, которое может задобрить злого мужа, пришедшего с работы не в духе. Превосходно. Я чувствую, нас ожидает очень интересный выпуск. Будьте с нами, никуда не уходите. Доброго дня. Так, ну что, у нас конфликты в сфере нашего внимания. И, как уже говорила наша замечательная Ира, даже в конце программы мы сумеем приготовить то блюдо, которое должно задобрить любого мужчину, который вас любит, естественно. Вот, ну а пока, если мы хотим услышать мнение специалиста о конфликтах, я думаю, его стоит пригласить в студию. Добро пожаловать, это Алена Шкулепа, это бизнес-психолог, бизнес-тренер. Прошу, 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 уже учитывая опыт вашего общения с нами, вы не должны стесняться проходить в прямом эфире. А я сегодня вижу, Алена уже не бежит. Да, кстати, да, Алена обычно бежит, а тут весна, и она степенно обычно вышагивает. Они меня заставляют бежать, на самом деле, да. А сегодня красивая легкая походка. А сегодня, да, красивая легкая походка. Здравствуйте, добрый рада. Добрый день. Наконец-то. Здравствуйте. Мне такое ощущение, что я давно у вас не видела, хотя прошло очень много времени. Нам без ваших советов теперь очень сложно. Ну, знаете, что касаемо советов, все-таки не очень бы мне хотелось прям советы конкретные давать. И более того, я хочу сказать, что тему, которую мы сегодня затронем про конфликты, мы ее очень хорошо разовьем в следующей программе. Угу. И там как раз будут инструменты, как решать конфликтные ситуации. А сегодня мы... Ну, понятно, что мы про это тоже поговорим, но скорее о том, что такое вообще конфликт, природа конфликтов, почему люди вообще конфликтуют по сути своей, да? И можно ли не конфликтовать никогда? И можно ли не конфликтовать вообще? Ну, давайте для начала с вами разберемся и поймем такую вещь, что конфликт — это хорошо вообще или плохо, как вы думаете? Смотря как люди реагируют. Вообще-то без него невозможно, по-моему. Отлично, действительно. Во-первых, смотря как люди реагируют. И вообще конфликтная стрессовая ситуация – это наша реакция на некую ситуацию. Это не столько ситуация нас загоняет, сколько мы каким-то образом относимся положительно или отрицательно к тому, что происходит. Это первый момент. Второй момент, связанный с тем, что умеем мы вообще решать конфликты или не умеем мы вообще решать конфликты. И я вам хочу сказать, вот как человек, который с бизнесом работает очень много, основная проблема, в частности, в обслуживании, с тем связано, что мы не умеем решать конфликтные ситуации. Это называется управление конфликтом. Просто не умеем. И дело даже не в том, что мы там владеем какими-то там техниками, да, и гасим на входе. А дело в том, что мы боимся вообще входить в эту ситуацию и каким-то образом ее разруливать. И вот здесь очень важный момент понимать, конфликт хорошо или плохо, потому что, честно говоря, это по-разному. Да. Действительно, это может быть конфликт. Это от контекста, наверное, зависит. Это очень зависит от контекста. Мы уже с вами, я думаю, здесь не первую передачу убеждаемся, что все, что происходит, зависит от контекста. Да, и надо рассматривать исключительно в контексте тех, той ситуации, в которой произошел конфликт. Люди разные, конфликтовать можно тоже по-разному. Есть адекватные люди, а есть неадекватные, с которыми лучше вообще не связываться. Просто абсолютно не точно. Внимание. Именно поэтому, с точки зрения определения конфликта, нужно, во-первых, понять, что это такое. Конфликт – это противостояние. Причем вы же понимаете, что есть конфликт внутренний, когда я сам с собой борюсь, есть конфликт внешний, есть конфликт управленческий, есть конфликт межличностный. Это вот очень много всего, не хочется вам лекцию по этому поводу читать. Но здесь зависит от того, какой результат у этой конфликтной ситуации будет. Да? И если, допустим, какая-то производственная история, то иногда конфликты неплохо, потому что это помогает развиваться. Ну и, кстати, дома тоже. Да? Вот сегодня хотелось бы как раз семейные какие-то истории обсудить. Вот смотрите, какая история интересная бывает с точки зрения решения именно конфликтных ситуаций. Значит, я женщина, у меня есть муж. Особенно на заре туманной юности, когда мы только начинаем жить, мой муж делает некую неприятную вещь для меня. Что делает женщина чаще всего? Это что такое? Он что, меня не любит, что ли? Да дай бог, если так. Ну, это внутри, да, Оль, может быть такое. Ну, чаще всего мы надуваемся, замолкаем и надеемся на то, что он догадается, что же он такое нехорошее сделал. Есть такое дело, да. Что делает? Загадочно. Загадочно молчит.
догадаешься, если ты меня любишь, ты поймешь. Да. Что делает мужчина в этот момент? Он понимает, что он что-то не то сделал. Чего он не понимает? Он думает, блин, ну надо же как-то решать эту ситуацию. Он, значит, идет, естественно, покупает традиционно какой-нибудь букет цветов, приходит. И женщина такая, ах, ты еще и цветы, так ты вообще, наверное, там весь косяк. Это уже позже. А на начальном этапе это может выглядеть следующим образом. Молодец, он понял все-таки свою вину, он осознал. Вот. А он же ничего не осознал. Естественно, он ничего не осознал, потому что у него совершенно другая задача, просто выровнять эту ситуацию. И когда эта ситуация повторяется, вот тогда уже, ах, ты не понимаешь, и тогда уже начинает это разрастаться в следующий момент. Mm-hmm. Очень часто конфликтные ситуации происходят именно потому, что люди друг с другом не разговаривают. Mm-hmm. Они вообще не понимают сути этого всего. И более того, вот я как человек, который занимается семьями в том числе, очень интересные вещи получаются, что люди могут прожить очень много лет вместе, mm-hmm. да, не договорившись об основных вещах, и конфликтуют на том, на чем они могли бы не конфликтовать, если бы просто сели, поговорили и решили, что это вообще не про это, а про другое. Mm-hmm. Знаете, как вот разница в формулировках. Mm-hmm. Что оказывается, то, что он имеет в виду под одним словом, а она имеет другое. Я тебя прошу омлет, а ты мне что готовишь? Я думала, это яичница. Да, абсолютно. И здесь, опять же, возвращаясь немножко на несколько шагов назад, здесь вопрос, нам конфликт нужен для чего? Для того, чтобы проблему решить, которую возникла. Являемся ли мы зачинщиком этого конфликта? Вот. И здесь вот важную роль, да, играет. То есть мы конфликтуем для того, чтобы пар выпустить. Мы конфликтуем для того, чтобы проблему решить. Мы конфликтуем для того, чтобы как-то выйти на новый виток развития. Такие более важные конфликты. Мы вообще для чего это делаем? Некоторые вообще не понимают конфликт. Просто спасибо вам большое, что вы про это говорите. И лишь бы выйти из этого победителем. Да. А я вам такую еще вещь расскажу. Вот когда люди добиваются, вообще, вот люди, которые очень часто конфликтуют, это очень часто связано с тем, что они привыкли получать отрицательное внимание. Вот есть внимание положительное, есть отрицательное. И когда с детства ребенок добивался через отрицательное внимание, а каким образом это чаще всего происходит? Пакость-то родители наказывают. Ну, сначала, когда мама или папа с ребенком что-то занимается, много дает положительного внимания. Mm-hmm. Да? Ну, например, давайте самый банальный пример. Мы учим ребенка складывать кубики. Mm-hmm. Да, он складывает, он говорит, какой ты молодец, как ты вот это вовремя нашел, это вовремя увидел и так далее. Что происходит, когда он научается это делать? Не за что хвалить. Да? Да, говорю, ты складывай, я пошла. Да. Угу. Что страшнее для человека, отрицательное внимание, положительное или игнорирование? Игнорирование, конечно. И, естественно, когда первый раз ребенок еще старается складывать, мам, посмотри, как классно, мама говорит, ага, хорошо. В следующий раз это переходит в некие другие отношения, он говорит, ну не хочешь по-хорошему, моя дорогая? Я тебе... Причем это, естественно, неосознанно. Когда он начнет складывать под ее ногами, она готовит, а он складывает. Либо в лоб просто запустит, и слава богу, если так. Чаще всего приходят мамы и говорят, слушайте, у меня ребенок до 4 лет был такой чудесный, а потом с ним что-то случилось. Да? Поэтому и вот эта возможность получать отрицательное внимание у человека формируется с детства. И иногда вот есть среди нашего окружения, наверняка есть такие люди, которые вот прям раскачивают, пока они все-таки не получат какой-то конфликт, а они конфликта ждут, потому что для них это внимание, они не успокаиваются. Mm-hmm. Ну, иногда их даже вампирами зовут. Ну, да, конечно, это и вампиры в том числе. Но, тем не менее, тут другой вопрос, что мы с этим делаем. Да, что нам делать, интересно, с такими людьми. А нам надо что-то с ними делать? Нет. Ну, что? Нет, нам надо с ними заниматься. Если мы знаем такие вещи, стоит ли нам на них реагировать? Потому что это же манипуляция. Mm-hmm. Mm-hmm. И тут вопрос, мы в эту манипуляцию войдем или мы в эту манипуляцию не войдем? И какими словами мы будем с ними разговаривать? Какая хорошая игнорирование для них вопроса. Еще более хуже, чем... А вот я вам опять вопрос задам. Mm-hmm. А вам важнее себя сохранить или того человека? Нет, а если старенькая бабушка там требует такое... А улыбнись ей просто. Скажи, у меня есть аспирин. Тут вопрос не в старенькой бабушке. Та же самая старенькая бабушка прекрасно понимает, что она делает. Да, она понимает, что делает. Конечно, мы с возрастом меняемся. Mm-hmm. И чаще всего, к сожалению, ухудшаемся. Не в лучшую сторону. Не в лучшую сторону. Ну, кстати, по-разному бывает. Давайте уж не будем прям так кресты ставить на всех. Да, все, если тебе там свыше 60, все, конец, это ужасный человек. Нет. На самом деле тут про другую речь. Тут другой момент. Вот абсолютно спасибо, что вы про это говорили. Вопрос вот в этой ситуации стоит про нас. Mm-hmm. Что нам важно? Сохранить себя, mm-hmm. да, потому что если мы сохраним себя, мы адекватно туда будем в мир себя позиционировать. Либо нам прям важно доказать, как вы говорите, да, свою правоту, mm-hmm. несмотря ни на что. Нет, абсолютно. Вот, например, людям... житейская ситуация, например, там, в магазине кто-то начал конфликт, да,
получается, это же самое простое, вы скажете, извините, пожалуйста, простите, там, с улыбкой. Что тогда будет? Если вы извинитесь очень обычно, много раз, вас добьют. Да, обычно еще более же это их злит, мне кажется. А зачем извиняться? А вот сразу вопрос, цель какая стоит у этого? Что вот когда случается конфликт... поднять, успокоить его. Тогда, конечно, вы это делаете. Если у вас стоит там очередь из 20 человек, и один человек начинает устраивать конфликт, не ставя в неудобное положение всех остальных, наверное, лучше от него избавиться в хорошем смысле слова, да, не физически в том числе, чтобы он ушел просто. Тогда мы делаем все, чтобы он развернулся и ушел, чтобы все остальные вздохнули и дальше могли жить. Другой момент, если это, понятно, что, допустим, рабочие конфликты, они очень сильно отличаются от домашних конфликтов, потому что кто про нас скажет самое приятное? Конечно, те, кто нас знает лучше всего. И здесь более глубокие отношения, более глубокие там такие вот завязки, и обиды более глубокие, серьезные, да, потому что знаем мы крючки друг друга, начинаем цеплять. В рабочих моментах еще конкуренция же тоже, как конфликт идет, да, или нет? Может быть, абсолютно. Но тут еще раз, вот честно вам скажу, вот это основной момент, который, собственно, решает все эти вопросы, чтобы мы должны понимать вообще, для чего это все происходит, да. Да, и что мы хотим от этого получить. Если вы себя показать хотите, зная, что вы красавчиком будете, тогда да. Поэтому смотрите, что касаемо управления конфликтов, почему это еще так называется? Да, я управляю этой ситуацией или ситуация управляет мной? Я вхожу в конфликтную и пытаюсь разрулить, да, насколько это возможно. Потому что в следующий раз мы обязательно поговорим, что есть несколько стратегий решения конфликтных ситуаций. И все они имеют место быть, и все они хороши в зависимости от обстоятельств. Но получается главный вопрос, надо ли мне это? Да. Зачем мне этот конфликт? Иногда бывает... производственные, допустим, конфликты, когда на самом деле происходит застой, и неплохо бы раскачать. И тогда это является хорошим двигателем, да, для того, чтобы начать там стряхнуть болото. А многие западные, по-моему, на том и построены вот эти методики друг дружкой. Управляй, властвуй, как-то разделяй, властвуй. Людей сталкивают в любом случае? Ну, это про конкуренцию, да, в том числе, в какой-то степени. Алена, да. Можно спросить, да? Конечно! А вот вы как человек, это все знающий, как вы реагируете на такие вот обычные бытовые конфликты? А давайте вы на этот вопрос обязательно ответит Алена, но только после небольшой паузы, потому что мы вернемся в студию сразу после рекламы. Мы возвращаемся в студию и, наконец-то, услышим ответ на вопрос, который задала Алина. Алена. Алена. А можно повторить вопрос, пожалуйста, меня? Ну как вы там, психолог, сами реагируете на такие конфликты, бытовые, обычные конфликты? Честно говоря, это путем долгих лет я пришла к разным выводам, почему происходят те или иные вещи. Ну, слушайте, ну так же, как человек нормально реагирует на конфликты. Вы чего думаете, у меня там тумблер какой-то, конфликт, дынь, переключилась. Ну, знаете как, иногда же бывает настроение, мы же девочки, все так, да. так и тянет устроить конфликт. Вот. Но супруг мой знает уже эти, так сказать, моменты. Он говорит, так, я понял, началось, и вот так ретируется очень быстренько. Женщина всегда может устроить салат, смысле. Шляпку и конфликт. Да? Ну, честно говоря, с точки зрения решения конфликтных ситуаций, очень важную роль играет ваше собственное позиционирование. Когда человек уверен в себе, когда он спокоен, когда он знает, что происходит, с ним очень трудно конфликтовать. Вот правда. Да. И, вот... редко когда бывает. То есть самое главное это самоуважение свое и уважение к другим. Да, получается, да, 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 и в том числе это. Ну и, конечно, знание некоторых тонкостей, каким образом нужно разговаривать в конфликтной ситуации. Но сейчас вот, узнаем. Которые вы узнаете обязательно в следующий понедельник, кстати, я с вами буду. Но я вам хочу сказать, если это агрессивная ситуация, и за вами бегут с топором, не надо разговаривать, убегайте. Это совершенно другая тема. Понятно. Но я хочу спросить про ваш онлайн-опыт общения с вашими подопечными. Я прям хотела вам как раз про это рассказать, потому что как раз одна из тем вот в моей онлайн-школе по продажам как раз касаемо решения конфликтных ситуаций с клиентами. И вся ситуация в том, что вот тот инструмент, который там дается, он великолепно работает вообще в жизни и так далее и тому подобное. Не только в отношении с клиентами. Вы знаете, общение происходит чудесно. Я испытываю истинное удовольствие от того, что я этим занимаюсь. Потому что, когда я проверяю домашние задания,
Я себя чувствую просто замечательно, потому что людям это интересно, потому что они действительно пишут и анализируют. И вот этот вот контакт с учениками через онлайн, это, знаете, особая форма удовольствия, я вам хочу сказать. Mm-hmm. Поэтому, друзья, хотите повысить навык в онлайн-школу, пожалуйста, с радостью пообщаемся, причем лично пообщаемся, что самое-то главное в это этой да. ситуации. Mm-hmm. Вот так. Спасибо вам большое. Ну, тема конфликтов не исчерпана. Ой, когда мы можем? Никогда. Женщина, я же говорю. Кто там? Чехов, по-моему, сказал, что дама всегда может состряпать шляпку, салат и скандал. И скандал. И скандал вот. Поэтому мы непременно об этом поговорим. Спасибо вам, Алена, большое. Ну и мы, конечно, ждем вас в наших эфирах еще. Конечно, до следующего раза. Следующего гостя. Правда, она не столь, скажем так, будет разнообразно говорить на тему конфликтов, но у нее очень важная тема, самое главное, близкая нам. Это чтение книг. Я рада приветствовать в нашей студии Айсену Сыроватскую. Это ассистент кафедры восточных языков и страноведения ФИЯ СВФУ имени Амосова. Это преподаватель. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну что, для начала немножко о себе. Если вы расскажете, будет просто замечательно. Я работаю на кафедре восточных языков, преподаю литературу студентам с 1 по 3 курс истории мировой литературы. Сама я училась в Москве, в Московском государственном университете. Изучала древние языки, современные языки, вот литературу. Чтение я люблю с детства. Вот, посещала детско-юношескую библиотеку с 6-7 лет. Вот как только научилась читать, так сразу... Это вот... удивительно, в наш век-то такая молоденькая девушка и так много читает. Еще в библиотеку ходила. Да, и вот сейчас я, кроме того, что работаю в университете, еще провожу онлайн-курсы по чтению. Потому что я вот поняла, что на самом деле люди не уделяют внимания сейчас, особенно современный век, да, внимания чтению. Вот все мы думаем, что вот раз мы умеем складывать буквы, грубо говоря, мы умеем читать. Вот, и все забывают про то, что чтение – это нечто большее. Это на самом деле такой навык, который нужно разрабатывать. То есть я считаю, что навык нужно им заниматься, чтением. То есть это является для вас чтением, да? Да. То есть чтение – это... Если говорить, что такое чтение, вот все просто думают, что это вот мы читаем книги, вот мы умеем читать. На самом деле это нечто большее. Чтение, вот вы почему читаете, ради чего? Чтобы... Я сопереживаю героям. Да, я чтобы узнать что-то новое. Вот, у всех я разные. Вообще люблю читать. Наверное, удовольствие доставляет, да? Да, то есть в основном люди читают, потому что это приятно. Да. Да? Когда у меня люди спрашивают, как научить, допустим, детей читать, да, забывают как раз про то, зачем они читают. Мы читаем для того, чтобы нам было приятно или узнать что-то новое. Да? То есть нужно сделать чтение приятным. И очень многие не могут научить детей чтению, потому что они подходят к этому неправильно, они заставляют детей. Когда вы знаете, когда заставляют, любое дело становится таким неприятным. Да? А вот что нужно, чтобы дети, например, полюбили читать? Нужно, чтобы им это было интересно. Как сделать так, чтобы им было интересно? Постараться придется. Да, например, купить красивые книги. Очень многие любят начинать с классических произведений. Это не совсем правильно, потому что дети любят картинки. Любят, когда книжка открывается, допустим, там что-то разворачивается. Да, любят комиксы, потому что там мало текста, много картинок. С этого тоже надо начинать. Я в детстве тоже любила комиксы. И это неплохо. То есть с этого начинается интерес. А ребенку постоянно должно быть интересно. И когда он начнет комиксов, он потом и перейдет к классическим произведениям. Если он не начал с комиксов, он потом и не перейдет. То есть чтение должно быть в первую очередь приятным. Мне вот интересно, какой оптимальный возраст, чтобы учить ребенка чтению, начать учить? С самого начала. У меня вот сейчас малышу 6 месяцев, мы уже с ним смотрим картинки. То есть нет такого возраста, когда ребенок... Готов, да? Да. То есть с самого рождения. Есть такая методика, я применила ее к своей старшей дочери. А там дальше уже друг друга они учили читать все, и с меня это упало, возможно, это обязанность. Но я просто написала буквы крупно. И когда качаешь коляску, поддержишь то одну буковку, то другую, и произносишь эту букву. В итоге она у меня в 2 года прекрасно знала букву. Может быть, из-за этого, может, по какой-то другой причине. И, конечно, очень рано научилась читать.
Если говорить вот про чтение для взрослых, вот я учу как раз осознанному чтению. Да? Что такое осознанное чтение? Это когда мы можем из книг брать больше, чем просто смысл. Когда мы читаем, очень многие думают, что книга – это о сюжете, да, пересказывает, о чем эта книга. Ну вот там есть такой-то герой, он куда-то пошел, что-то с ним произошло. Это на самом деле только сюжет. И писатели пишут в основном книги не для этого. Там всегда есть идея, то есть что-то большее. Да? И вот как раз учу о том, как, собственно, эту идею вытаскивать. Да? Что это означает? Это видеть большее. Когда мы смотрим вот на деревья, мы видим лес. То есть говорят же про людей, видят только деревья, не видят леса. Вот, что-то большее за книгами видеть. Вот, осознанное чтение – это когда мы читаем, и с помощью чтения, с помощью книг можем познать для себя те смыслы, которые в жизни есть. Если говорить про книги, почему я вот люблю, да, мы вообще любим вещи не за то, что вот они есть, да, а за то, что стоит за ними, за образы. Да. Да, то есть вот у вас есть любимая какая-то вещь, да, чашка, например, любимая. Почему она ну, любимая чашка? Потому что, например, подарили ее близкий человек. Да, близкий человек, да, то есть она что-то напоминает. То же самое книги. То есть там образы, они отсылают к чему-то интересному, чему-то большему. Вот. Ну, а как заставить... Плохое слово. Как человека взрослого уже приохотить к чтению? Вот, меня часто про это спрашивают, потому что приходят на курсы как раз люди, которые сами не читали в детстве, и я увидела, что разница очень большая. Да? Это же как физические упражнения. Вот, допустим, вы всю жизнь не бегали, вы же не сможете 10 километров взять и пробежать. Да? То же самое, надо начинать с малого, из того, что вам интересно. Если книга вначале не идет, не надо себя заставлять. Очень многие думают, вот, это классика, я должен там прочитать «Войну и мир». Нет такого, да? Каждый уважающий себя человек должен читать. Я вообще считаю, что не все обязаны читать. То есть, если вам не нравится, может, это просто не ваше. Не все же, например, занимаются йогой или бегом, да? То есть, не всем это подходит. Просто чтение – это один из инструментов хороших, да? Например, вот почему советуют бег или йогу. Это помогает осознавать себя, да? То есть, вообще, я считаю, что чтение, в первую очередь, это поиск себя, то есть, это путь к себе, как мы можем себя узнать. Вы так хорошо говорите, вас невозможно прервать. Я хочу спросить, какие 5 мотивационных книг о женщинах вы можете порекомендовать нашим зрителям? А может, не о женщинах? Может, вообще мотивационные? Но женская передача вот именно о женщинах. Ну, так сходу, конечно, не могу называть. Вообще, когда спрашивают про списки, я говорю, что с этим надо быть осторожнее. Да, то есть у всех есть свои книги и не свои. То есть у кого-то, например, вот мне очень понравилось последнее из прочитанного «Магия утра». Да? То есть про то, как раньше вставать и успевать все делать. Но ко мне это неприменимо, вот у меня маленький ребенок. Чем раньше я начала вставать, тем раньше начал вставать ребенок. В итоге мы сейчас просыпаемся в 6 утра. Вот. И я поняла, что в этой книге главное, конечно, не про то, что надо вставать раньше, а про то, что надо успевать за день побыть человеком. То есть человеком большой буквы, нужно уделить внимание себе. То есть как раз вот это, этому учат книги. Из мотивационных, вот «Магия утра» мне понравилась, да. Есть такая книга «Выйди из зоны комфорта». Вот, и очень многие пытаются эту зону покинуть. Я немножко по-другому подхожу к этому. Надо не покидать зону комфорта, а, допустим, расширять ее. То есть, чтобы вам, например, было комфортно выступать. Я вот, например, работаю преподавателем, но сама сначала не очень любила выступать перед публикой. Вот постепенно расширяла эту свою зону комфорта. Вот, и теперь хорошо говорите. Так, да. Даже Ира наша вдохновилась. А скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что если человек много читал, и у него очень большой такой насыщенный литературный опыт, он и лучше управляет собой, и, соответственно, с конфликтной ситуацией тоже справляется лучше? Да, конечно. Когда человек много читает, он, можно сказать, вот прокачивает очень многие свои навыки, например, эмоциональный интеллект, да? То есть умение считывать эмоции собеседника, да? Или, например, гибкость сознания, я вот это называю гибкость, да? Это когда человек допускает другие точки зрения. Я вот по себе могу сказать, что я не очень конфликтный человек, потому что, можно сказать, терпимо отношусь к тому, что бывают другие точки зрения. То есть те люди, и у всех есть свое мнение. Да? Не обязательно наши мнения должны совпадать. Я не буду доказывать, что моя точка зрения, она правильная. То есть книги позволяют нам быть гибкими. Вот, каждая книга – это же новый мир. И вот когда мы видим, что миров может быть огромное количество, много-много тысяч, да, мы не будем покушаться на другие миры.
А у вас есть любимая книга, ну, вот такой бестселлер какой-нибудь, да, который поднимает вам настроение, который вы можете взять с собой в поездку, например, куда-нибудь? Я вот люблю очень книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Она очень короткая, очень простая, там все на поверхности, но при этом каждый раз, когда я перечитываю, нахожу огромное количество новых смыслов, да. Каждый раз как будто новая книга. Хотя она простая и с самого начала как бы задает тебе правильный вектор. Мне тоже она поэтому нравится. Так, о сложном очень просто написано, но она многослойна. Скажите, пожалуйста, как же все-таки полюбить-то читать тем людям, которые это до сих пор не сделали? Как выработать себе эту полезную привычку? Вот, насчет привычки, да, чтение – это привычка. И как любая полезная привычка, она сначала идет, ну, не очень хорошо, так скажем. Да? Когда вот, например, мы заставляем себя вставать утром рано, мы заставляем себя первое время действительно. Или когда заставляем ходить в зал. Вот, каждый раз, когда это как будто вот, ну, преодоление себя. Но это и правильно. То есть мы понимаем, что зачем нам это. То есть мы самое главное должны понимать, зачем вам читать. То есть, как я уже сказала, не обязательно всем читать. Но если вы знаете зачем, да, вы уже найдете как. Я советую такой метод привязать одну привычку к другой. Допустим, я вот, например, люблю читать утром, когда пью кофе. У меня уже ассоциация, я пью кофе, значит, я читаю. Вот, то есть когда у вас есть какая-то мысль, надо бы, там, допустим, посмотреть Инстаграм, вот сейчас очень актуально, да? Вы сначала почитайте 15 минут, а потом 15 минут полистайте. Вот. Спасибо вам большое, спасибо огромное. И за то, что к нам пришли, за то, что так ценно нам сказали. А мы вернемся после паузы небольшой. А мы возвращаемся в студию и к нашей любимой теме о чтении, о пользе чтения. Мы уже поговорили даже о том, что начитанный человек способен уладить конфликтную ситуацию куда лучше, чем неначитанный. Но если у вас есть пара советов, то у вас есть время и возможность для этого. Дорогие зрители, хочу сказать, что для того, чтобы начать читать, нужно включить чтение в свой график дел. То есть, когда мы говорим, что я прочитаю потом, мы никогда потом до книги не доходим. Поэтому, пожалуйста, включите чтение в ваш график расписания и читайте. Спасибо вам большое. Вы знаете, как глоток чистого воздуха, ваше появление. Спасибо. Ну, а мы спешим уже к следующей теме. Правда, она не будет касаться конфликтов. Нет, скелеты в шкафу все будут утаены, потому что мы будем говорить о особях голубых кровей. Тиару наверняка каждый из вас мечтал примерить в детстве, да, или корону, или королевскую тиару на себя на троне как-то почувствовать. Вот у вас есть сейчас возможность узнать кое-что из реалий жизни королевских особ. Какая девушка не мечтает надеть корону и стать неотъемлемой частью королевской семьи? Но вот мало кто задумывается о том, что жизнь особ голубой крови полна правил и ограничений, и о некоторых из них мы вам расскажем. Самая большая ошибка, которую может допустить дама, это закинуть ногу на ногу. По-королевски сидят иначе, то есть колени надо держать вместе. Также разрешается скрестить лодыжки и склонить колени в одну сторону. Нужно стараться держать спину и ни в коем случае не сутулиться. Так что расслабиться на стуле совсем не получится. Если вы думаете, что люди королевских кровей могут себе позволить все, что угодно и 24 часа покупать все, что им вздумается, то вы ошибаетесь. У каждого из представителей британской короны есть за собой личный бухгалтер, отвечающий за все расходы и транзакции. Он фиксирует абсолютно все траты. У принцев нет даже карманных денег. Это правило, в частности, помогает им избежать излишних прикосновений, а следовательно и микробов. Члены королевской семьи не могут давать автографов и тем более делать селфи, а еще к ним нельзя прикасаться, но некоторые селебрити на эмоциях забывают про это правило. Если королевская особа хочет пожать руку, то только тогда можно дотронуться. Их дети могут смотреть телевизор, и у них есть поющие игрушки. Но Кейт Миддлтон дала понять отпрыскам, что им не светит планшет, iPhone или другие модные гаджеты. Более того, им нельзя заводить аккаунты в соцсетях.
Также в отношении детей действует очень строгое правило. Брюки могут носить только взрослые люди. Поэтому вне зависимости от времени года мальчики носят только шорты. Также им нельзя путешествовать всем вместе на дальние расстояния. Это одно из основных правил для прямых наследников. Особенно в те времена, когда путешествия были опасным мероприятием. В нашем же веке все стало удобнее и, конечно же, безопаснее. Но в любом случае, прежде чем куда-то собираться, нужно спросить разрешение у королевы. Все мы знаем, какое внимание уделяется в Великобритании чаепитию. И чтобы все было действительно на наивысшем уровне, нужно знать, как правильно держать чашку. Интересно, что палец в ручку вставлять нельзя. Чашку сверху нужно поддерживать большим и указательным пальцем, а снизу средним. И ни в коем случае нельзя оттопыривать любимый мизинец. Это лишь самая маленькая часть всех правил, которые есть в королевской семье. Поэтому прежде чем мечтать о короне, хорошенько подумайте. Добрый день. Приветствую вас в рубрике «Ваш доктор». Девочки, вы когда-нибудь ударялись головой? Вот так в лоб спросили, да, сразу? Да. Конечно, ударялись, а как же без этого? Чем это чревато, нам сегодня расскажет врач-невролог Сивцева Елизавета. Добрый день. Здравствуйте. Что такое черепно-мозговые травмы, можете рассказать? Да? Ну, черепно-мозговые травмы, они могут подразделяться на сотрясение головного мозга, открытые черепно-мозговые травмы, закрытые черепно-мозговые травмы. Но чаще всего встречаются сотрясения головного мозга. Так как я работаю в экстренной больнице, чаще всего вот к нам скорая доставляет именно вот сотрясениями. Оно разделяется по степеням: легкой степени, средней, тяжелой степени. Легкая степень — это когда человек теряет сознание на некоторое время, возможно, кровотечение из носа, из рта, из ушей. Вот это да, это легкая форма, да? Это легкая форма, да. То есть, а не заметить можно, что у тебя сотрясение? Не заметить можно, но потом, возможно, какие-то последствия в виде вот головных болей, утомляемости, нарушения концентрации внимания, раздражительности. То есть вот нервная система истощается и может привести к энцефалопатии. Такой человек уже считается более нервным, да, получается? Да, если он не получит соответствующего лечения вовремя, да, и это не только вот какие-то медикаменты. После травмы обязательно, чтобы человек какое-то время был в покое, много спал, употреблял вот легкую пищу с ограниченным количеством соли. Как бы после травмы не рекомендуется смотреть телевизор, слушать громкую музыку, читать. Да. А вот такие последствия могут быть? Серьезные такие последствия? Ну, да, конечно, это все зависит от степени и от характера травмы. Возможно, такие вплоть до инвалидизации, которые вот открытые или закрытые черепно-мозговые травмы, при которых проводят операции нейрохирурги. Да? А при легких, возможно, вот такие, которые я перечислила, то, что нарушение концентрации внимания, раздражительность, головные боли. Все это так, может быть дальше. А чем отличается невролог от невропатолога? Они вроде одинаковые болезни лечат, нет? Ну, вот невропатолог — это такое название, которое осталось патология, к нам в советское время чаще так называли. Да? Но на самом деле, если обратиться к истории, невропатолог — это в самом зачатке начала медицины. Невропатологи — это люди, которые изучали нервную систему. Они как вот патологоанатоми вскрывали человека, изучали ходы, головной мозг, ходы нервов. Это все вот они изучали, поэтому вот как бы приставка патолог — это означает как патологоанатом. А невролог — это именно занимается живыми людьми, с болезнями. Понятно. А тут, то есть, а невролог, современный невролог, он что у нас лечит? То есть, если меня все бесит, я могу к вам прийти? Можете, конечно, обратиться. Ну, потому что все же говорят, что все болезни от нервов, но нужно четко разграничивать. Даже вот с болезнями суставов к нам обращаются, говорят, ну вы же постучите по коленке, говорят, поэтому у меня вот болит сустав, поэтому я к вам пришел. Но на самом деле
нервная, ну, как бы невролог лечит очень много болезней. Просто так вот у нас считается то, что чаще всего к неврологу обращаются с головными болями и с остеохондрозами. Но спектр очень широкий, очень много сейчас аутоиммунных заболеваний, которые поражают нервную систему, как рассеянный склероз, болезни двигательного неврона, эпилепсия. Давайте сейчас сначала, да, например, вот человек шел, упал, да, стукнулся, что делать ему дальше, вот последовательность действий, куда обращаться, на что обратить внимание? Ну, скорее всего, обратить внимание на себя. Если человек упал и потерял сознание, да, к нему подойдут люди, и если уже человек потерял сознание, это уже нужно сигнал, вызывать, да, обязательно скорую. А если сознание мы не теряем, просто идем дальше на работу? Кровоподтек, да, есть какой-то. Если, да, если есть кровоподтек, тоже нужно обратиться за медицинской помощью. Но если человек как сам понять себя... вот ту грань, когда можно обращаться, когда нельзя обращаться? Ну, то же самое, вот с детьми, дети же падают очень часто, да? И мы же не знаем, что там шишка выскочила, может, там внутреннее кровоизлияние есть, там, может, что-то есть еще. Да, нужно следить за состоянием. Как вот, понять, нужно ли обращаться или нет? Да, и когда сотрясение, например, средней степени, то сохраняется как бы такая дезориентация более 20 минут, да? Не может как бы вспомнить, как его зовут, как бы забыть, куда шел, да, например. Нарушения памяти могут быть, а также нарушение вегетативной нервной системы, то, что человек начинает сильно потеть, либо наоборот повышается температура тела. То есть так, это также дезориентация. Это серьезности удара, да? Да. Надо вызывать врача. Да. Потому что если ребенок не умеет говорить еще, что ж он там скажет? Да, но нужно следить за состоянием, если он... лучше, когда он плачет. А если он, например, обмяк, да, ослаб, не плачет, становится сонливым, обязательно нужно вызывать скорую помощь. Понятно. А правда ли, что невролог – это первый врач, который осматривает новорожденного на патологии? Нет, не анатолог. Не анатолог осматривает сразу после рождения. Но вы как человек, который непосредственно с человеческими нервами работающий, можете ли нам сказать, как же нам все-таки не встревать в конфликты или наоборот, как очень быстро их гасить, в самом корне желательно? Есть какие-то профессиональные у вас секреты? Или с точки зрения медицины вы об этом не думали? Но сами как справляетесь тогда? Ну, с точки зрения как бы неврологии, да, конфликтам больше поддается человек, у которого слабая нервная система. То есть ее можно укрепить? Да, то есть он как бы раздражительный, да, он не может... Держать себя в руках. И держать себя в руках, держать свои эмоции, как бы контролировать, да. Таким людям рекомендуется весной и осенью пропивать витамины, которые укрепляют нервную систему. Вот, это ценно. Да. А вообще всем остальным, чтобы укреплять нервную систему? Какие нужно ли нам укреплять нервную систему? Ну как, нужно, конечно. Ну, в первую очередь, это сон. Достаточный сон, более 8 часов в сутки. Как бы вот и предыдущие гости рассказывали, как бы уделять время для себя в течение дня, хоть полчаса, хоть 15 минут, но это личное время. Но опять же, что значит побыть самим собой? Да. У меня, например, есть прекрасная моя знакомая, которая считает, что когда она с сигареткой в зубах, я прошу прощения, конечно, с сигареткой в зубах где-нибудь в укромном местечке пьет крепчайший кофе, это и есть уделять себе время. Это так или это не так? Конечно, врач скажет, что это не так. Ну, а вдруг все-таки и это лучше, чем ничего. Ну, каждый находит как бы дело по душе, да? Кому-то отдых это полежать, почитать книжку, кому-то отдых вот с сигаретой. То есть надо просто свой отдых как-то скорректировать в другую сторону. И внимание к себе уже иначе как-то проявлять. Спасибо вам большое. Очень даже нам приятны ваши советы. Вы можете что-нибудь сказать нашим телезрительницам, как избежать вот этих ситуаций? Быстренько, если можно. И стоит ли к вам обращаться в ближайшее время? Да, вот так как я работаю в больнице экстренной медицинской помощи, к нам очень часто обращаются женщины после семейных конфликтов. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что к нам пришли. И надеемся, что увидим вас не в первый раз. Нет, вы рано. Рано собрались. Мы еще вернемся в студию. Не переключайтесь.
течением нашего эфира, а особенно после выступления замечательного невролога, у меня созрел вопрос к Алине. Алина, как врач, как доктор, ты можешь сказать, как быстро погасить в себе вот это желание поконфликтовать, с кем-то поругаться? Но я, прежде чем что-то сказать, да, в голове прокручиваю сюжет. Что будет, если я вот это скажу, да? У меня сразу пропадает желание что-то плохое говорить. Поэтому почему так много молчишь, да? Да. Кстати, девочки, а еще знаете, как можно себя успокоить? Как? Можно посмотреть на свои украшения. Так, пора носить. Пора начать носить. А вы знаете, как камень успокаивает это все дело? Нервную систему. Есть камни, которые успокаивают нервную систему? Да. Какие же? Как вы думаете, зеленый цвет очень хорошо влияет на вашу нервную систему? То есть муж должен купить что-то, колечко с изумрудом, я так понимаю? Да, Оля, совершенно правильно. Также он очень хорошо влияет на глаза, потому что он также успокаивает. И зрение у вас тоже, что делает? Отдыхает. Ну, вообще, изумруд – это, конечно, камень, который овеян легендами. Он с древних времен известен. И, конечно, ему приписываются всевозможные свойства – и лечебные, и магические, и таинственные. Вот. Но я думаю, что у каждой из нас с изумрудом что-то связанное. Кольцо, как у Хюрем Султан. Зеленым камнем таким. Смотрели фильм «Великолепный век»? Там же вообще нет, шикарный. Нет, но верим перстень. Но ты про изумруд. Изумруд, изумруд, да. То есть это категория драгоценных камней, я правильно понимаю? Да, изумруд является одним из самых ценных в категории драгоценные камни. И поэтому это, он может быть очень таким большой ценностью, очень большой ценностью. Он может быть чистым, прекрасным и замечательным подарком, самое главное, любой даме. Ну что, теперь, я полагаю, нам пора вкусняшек попробовать. А с этим замечательно справляется хозяйка нашей вкусной шкатулки. Ира. Я уже здесь. Еще раз добрый день. С вами шкатулка вкусных рецептов. Я ее ведущая Ирина Дегтярева. Так, ну, поскольку, девочки, у нас сегодня тема, как мы уже обозначили, управление конфликтами. Да, поэтому мы сегодня покажем, я покажу блюдо, которое способно задобрить вашего злого мужа, который неожиданно пришел с работы не в духе. И поэтому мы быстренько на скорую руку тоже сами прибежали с работы, расстегнули пиджак, да, чтобы посвободнее было, и начинаем готовить. Так, значит, для нашего блюда у нас сегодня называется, кстати, это блюдо очень интересно, ленивая жена. Ленивая жена? Да, знаете почему? Потому что оно готовится из готовых пельменей, которые продаются в магазине. То есть можно по дороге, либо у вас в холодильнике всегда должна быть пачка готовых пельменей, которые мы можем, из которых мы можем сделать блюдо. Так, значит, вот я первый раз, честно говоря, слышу, что пельмени можно как-то заливать, запекать. Зачем? Да, это можно как сделать, это? Причем очень быстро. Ну, то есть сначала мы сварим пельмени. Или рецепт простой. Так. Нет, их не варить, ничего не надо. Просто мы берем, да, замороженные пельмени, прям вот из пачки. Правда, ленивая жена, да, получается? Да. Говори. Будем готовые слушать. Пельмени специально купила. Так, и по одному мы их выкладываем в нашу формочку, да, в один ряд. А можно поближе подойти? Да, подходите. Спасибо. Только если можно с двух сторон. Вот, Алина, иди с этой стороны. Так. Вот так вот мы в один ряд. В один слой. Выкладываем, да, в один слой. Так. Потом. Значит, не успела я их даже вытащить. Я вообще забыла пельмени дома сегодня, поэтому пришлось по дороге еще заехать в магазин, купить. У тебя был внутренний конфликт. У меня был сегодня самой собой. Да, вот что вы делаете, когда вот получается так, что ты что-то забыла, что из рук все валится. Что делаешь, Ирина? Как себе настроение поднимаешь? Как поднимаю настроение? Если вот все из рук валится прям. А, да. Если из рук что-то валится. Ну, нам очень хорошо тогда посоветовала же Бабар. Ну, я тоже пользуюсь этим. А, улыбаться просто, да, улыбаемся, подходим к зеркалу. Это должно было произойти, да? Да. Всему все. Так. Значит, пельмени положили в один ряд. И далее мы
выкладываем жареный лук. Мы его предварительно пожарили. Я подумала, это капуста. Нет, это лук. А можно репчатый? Квашеную капусту. Ну, это уже не ленивая жена получится. Из пельменей. Это вот именно. Так. Ну, хотя ленивую жену можно приготовить еще из макарон. Из макарон? Да, макароны, там ветчина. Колбаску можно сверху положить, карбонат, ну, или даже фарш. Так. Так. Вот. Значит, лук сверху мы выложили. И теперь делаем заливку. Для заливки нам нужен тертый сыр. Так. Значит, предварительно мы его потерли. Можно сюда добавить яичко. Так. Которого нет. Которого нет у нас сегодня. Давайте сделаем вид, что оно есть. Да. И возьмем 2 столовые ложки майонеза. Либо, кто боится есть майонез, берите сметану. Все это смешиваем. Так. Не забывайте, что у нас там на самом деле яйцо. Да. Так, сыр, яйцо и майонез мы смешали. Сыр, яйцо, майонез, соль, перец. И вот это, кстати, очень хорошая заливка, да, которой я пользуюсь вообще при всех запеканках, да, потому что у нее получается вот такая румяная корочка, очень аппетитная в конце. Поэтому, в принципе, тут даже яиц можно не добавлять. Так. Можно даже не добавлять. Ну и все, и выкладываем наш сыр. В данном случае без яйца, хотя с яйцом лучше. Можно молоком разбавить, можно сметаной, можно сливками. Тут как бы что в холодильнике есть, то вы и можете взять. Так. Так. И далее мы отправляем все это дело в духовку на 40 минут при температуре 180-200 градусов. А 40 минут муж будет дуться такой злой. Что сделать-то в это время? Я жду от тебя еще какого-нибудь рецепта. Или ну, поговорите с ним, погладьте. Кого поговорить? Скажите какие-то ласковые слова. Да. Ну вот, и вот так вот у нас получается. И мы это отправляем в духовку. Да, кстати, я еще забыла сказать, что предварительно, прежде чем класть сюда пельмени, нужно немножко маслом растительным смазать, да, и на несколько минут в духовку отправить, чтобы форма была горячая. Иначе у вас пельмени туда прилипнут. Ага. Так. Так, и у нас получается вот такая вот запеканочка. Ох, здесь у нас аппетитно. Есть слой. Сейчас я покажу. То есть она как слоеная получится? Сейчас. Так. Давай. Сейчас мы ее... Ой, не то. Вот. Вытащим. Ох, красота вот, какая. Вот, видите, сбоку. Вот там вот в пельмешке. Это очень вкусно и обязательно понравится вашему мужу. Еще один вариант, если вы не будете делать запеканку вот эту ленивую, можно пельмени просто поджарить. Если очень голодный муж. Да, это еще быстрее. Это быстрее, да. Это быстрее. Просто нагреваете растительное масло на сковороде, кидаете туда, опять же, замороженные пельмени, не растаявшие, и просто жарите под крышкой в течение... Переворачивая время от времени. Да, периодически переворачивая до румяного цвета. Минут 15. Все. Превосходно. Вот этот рецепт, пожалуй... Вот эти блюда вы можете посмотреть в моем аккаунте в Инстаграм, который называется «Вкусная шкатулка девчата и Ренат». Да. Я там каждый день обновляю свои рецепты. Вот. И вот фотографии. Когда есть вдохновение, я фотографирую на фотоаппарат. Когда нет вдохновения, фотографирую на сотовый. Вот. Ну, слушай, выглядит все аппетитно и очень вкусно. Да, спасибо. Ну что, я считаю, что это превосходный вариант, инструмент, скажем так, влияния, потому что, сами понимаете, хочется нам иногда женщинам влиять, желательно на весь мир, конечно, но не всегда получается, да. Поэтому хотя бы на собственного мужа, хотя бы задобрить его, хотя бы, чтобы он доброе слово нам сказал. А вы сами-то пельмени-то любите? Иногда, да. Иногда? Почему иногда? Не знаю, я вообще мясо
мало и плохо ем. А, ну да. Или у нас то на посту, то я не на посту. Это так. Но я домашние чаще всего леплю на выходные. А, ну мы, конечно, да, мы тоже лепим домашние. Это, кстати, наверное, знаете, что это традиционное китайское блюдо, да? Оттуда, из Китая оно к нам пришло в древние века. И популярные пельмени сначала были где? На Урале, в Сибири, поэтому они так и назывались, уральские, сибирские, и только потом они распространились по всей России. Кстати, в китайском городе Сиань есть самая большая пельменная во всем мире, где подают пельмени более 200 видов с разными начинками, где у них начинки даже из рыбьих плавников, бобы, грецкие орехи, в общем, все что угодно они туда кладут. И еще интересный факт есть, то, что в американском городе, в Бронксе, по-моему, да, там подают пельмени. Кстати, очень хотелось бы туда съездить. Там в начинку они кладут железу рыбы факел, которая живет на, вообще на глубине моря. И она придает пельменям такой синий-зеленый цвет. И они прям светятся. Но стоит очень это интересно. Блюдо очень дорого. 8 пельменей, $2400. Лишь бы потом зубы не светились после поедания такого блюда. Слушай, ну здорово, ты просто настоящий кладезь, действительно. Не только рецептов, но еще и интересная информация о том, что едят на этом свете в разных странах мира. Ну что, я думаю, мы теперь будем конфликтами-то лучше с конфликтами управляться, потому что сегодня мы получили массу ценной информации. А самое главное, медики нам подтвердили, что лучше всего, прежде чем конфликтовать, действительно задуматься, что ответить, что говорить, либо посчитать до 10. Самый простой распространенный способ. Все, всего доброго и до встречи. Пока.